Вот оформленная бабка. Рядом размешанный готовый салат. Сейчас я это буду... Резать тебя ножом. Это, наверное, будет вкусно. Всем привет! Сегодня я покажу, как готовится бабка. И вместе с ней в качестве второго блюда также будет подаваться салат. Это салат из огурцов, майонеза и горошка. Без соли, просто нарезанные огурцы. Майонез вот уже в тарелке. И вот нарезанная картошка. Комбайн. Вот так она выглядит в готовом виде. Пожарена на обычном растительном масле. Это просто картошка без ничего. Она даже не соленая. Вот такая пожаристая. Выглядит просто как большой драник. Вот салат. В него добавится горошек. Вот таким быстрым и бюджетным получился наш ужин. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Смотрите мои другие видео. До скорого!